Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно, что меня пригласили. Я на самом деле долго собиралась в силу загруженного графика, но я хочу вам сказать спасибо за то, что вы проводите субботу с пользой для себя и для своего здоровья, потому что на самом деле здоровье, красота и гармония – это все одно целое. И все мы видим всегда вершину айсберга. Когда мы видим красивого, здорового, успешного человека, мы не видим, как он проходит ежедневно свой день, что он кушает и так далее. На самом деле это большой труд всегда. И тогда мы только получаем хороший результат. Я с этой компанией знакома, как только она у нас появилась в Украине. Начала применять, успешно применяю. И хочу поделиться теми как бы наблюдениями, которые я вижу как врач. Работаю во многих направлениях: эстетическая медицина, дерматология. С точки зрения эстетической медицины моя коллега, спасибо большое, Юлечка, очень, я думаю, хорошо нас ознакомила со всем. Хочу с точки зрения дерматологии вам сказать. Значит, очень много обращается пациентов ко мне, там, девушек. Вот что я сейчас наблюдаю, какую тенденцию? Сейчас почему-то помолодело акне у девушек после 30 лет, казалось бы. Должно уже все нормализоваться у тех, которые рожали. И я, как доктор, всегда мы собираем анамнез, назначаем лечение. Понятно, что это и наружные препараты, и внутрь. Раньше, что я делала раньше? Раньше я назначала аптечную линейку препаратов. То есть это желчегоны, обязательно капитол, обязательно гепатопротекторы какие-то были, витамин А, там, витамин Е. Сейчас, благодаря компании, появился замечательный продукт «Сок и кор», который мне помогает, это дополнительный инструмент для моей работы, помогает в работе кишечника, желудочно-кишечного тракта, потому что кожа – это зеркало нашего организма, и очень часто я читаю по пациенту, когда он заходит ко мне в кабинет, я уже знаю, то ли там поликистоз яичника, определенные уже высыпания, которые говорят о состоянии организма. То ли видно, что это дымодекоз, хотя это страшное слово, все боятся этого клеща, но на самом деле он условно патогенный. И что к этому приводит? А приводит к этому падение общего иммунитета, потом как следствие падения иммунитета кожи. Естественно, генетика, все мы о ней говорим, но образ жизни очень важен. По составу уже диетолог нам сказала, что там и плюс на ваших брошюрках у всех есть составы. То есть там и спирулина, и расторопша, желчегонные препараты, и сорбенты. И вопрос стоит, сколько назначать это пациенту. Ну, некоторые могут пить и по пакетику, и по половинке, некоторые могут пить и по чайной ложке, и тоже видят эффект. Главное, чтобы это было регулярно и на протяжении определенного периода времени. Потому что, как вы знаете, если капелька воды капает на камне в одно и то же место, что мы видим? Мы видим, что там дырочка, да, образуется. То же самое, если мы длительное время применяем, и даже там по чайной ложке или по столовой ложке, эффект все равно будет, потому что это замечательный детокс для нашего организма и сорбент. И вот как бы я для себя нашла ответ, почему молодеет акне в таком возрасте. Вот приведу простой пример. Вот бабушка моя 97 лет. Всю жизнь, да, 97 лет, слава богу, активная. Она вот сейчас изобилие питания и изобилие продуктов о которых уже говорили, что не возьми. Эти поломки, они накапливаются, и регуляторная функция организма, она не безгранична. То есть мы все молодые, условно здоровые, но где-то у всех есть дисфункция. Что привело к этой дисфункции? Недосыпание, злоупотребление какими-то вредными привычками, пусть там не постоянно, но эпизодически. Стрессы, свободные радикалы, о которых сейчас очень много говорят, все, ну, я надеюсь, вы все понимаете, что это такое. То есть нарушается обход окислительно-восстановительных реакций, это происходит хронически, накапливается система поломок, и таким образом мы получаем не болезнь, а получаем дисфункцию. Понятно, если это очень длительно, это уже перерастает в какое-то заболевание, потому что тут же генетика включается, склонность к тому или другому заболеванию. Вот. Сол и кор помогает нам безупречно выглядеть и наладить, то есть включить,
включить наш иммунитет, включить наш организм, потому что его возможности безграничны. Мы видим, что люди молодеют, их 60, 70, начинают активный образ жизни, начинают правильное питание. Так вот, в силу того, что мы имеем такие замечательные продукты, на самом деле сейчас это очень просто. Просто потому, что это может быть у вас всегда под рукой. Я и больше процент из вас. Вот я не могу каждый день съедать, у меня просто времени не хватает, там несколько тарелок салата, тех же фруктов. Как вы знаете, особенно те, кто, например, придерживается фигуры, фрукты, там тоже очень много углеводов. А тут мы имеем семена, которые не несут в себе ни калорийной такой нагрузки, очень много антиоксидантов, и это всегда можно носить с собой в сумке. Раньше мы ходили все без мобильных телефонов и спокойно себя чувствовали. Сейчас, если мы вышли из дому и не взяли с собой телефон, это катастрофа. То есть это говорит о изменении нашего ритма жизни, и, соответственно, этому меняется и продукция на рынке. И сейчас очень много компаний. Я знакома с очень многими линейками, таблетированные формы, но хочу сказать, что пробовала разное, влюбилась в этот продукт и предлагаю всем вам попробовать включиться, потому что это ваше здоровье. И если вы об этом не позаботитесь и начнете любить себя, то, поверьте мне, никто этого за вас не сделает. Это клеточное питание, потому что это всасывание уже под языком. И всегда красота... Здоровье – это наша микроциркуляция. Микроциркуляция везде. Вот что бы мы ни делали, мы всегда добиваемся улучшения микроциркуляции. Антицеллюлитные процедуры, анти-эйдж. То есть это доставка кислорода, питательных веществ – это метаболизм. С возрастом мы все знаем, что эти процессы замедляются. Но благодаря тому, что ваш организм будет каждый день получать весь спектр, вам показывали, сколько здесь витаминов, микроэлементов, незаменимых аминокислот и так далее. В любом случае, в ежедневном рационе чего-то будет не хватать, то есть будет не хватать тех кирпичиков, которые будут служить основой для здорового иммунитета. Здоровых ногтей, здоровых волос, красивой кожи. И теперь я своим пациентам, что бы я ни делала, или акне лечила, или проводила какие-то эстетические процедуры, я рекомендую этот препарат. Многие девочки отмечают, что они лучше спят, лучше ходят в туалет детям своим, пью сама и детям своим даю. И то есть мир изменился, вот сейчас видите, мы на флешку все собираем, а сейчас в этих пакетиках собрано все. То есть вы берете один пакетик, а в нем есть все. Если мы берем какие-то монопродукты, например, во многих компаниях есть то ли коэнзим Q10 отдельно, спирулина отдельно, все знают там я помню, Тельши, мама я продала, там вот спирулина очень пользовалась спросом. А сейчас мы имеем все в одном. Поэтому я призываю вас к красоте и здоровью, и пусть это будет по чайной ложечке, но это будет длительное время. И мы будем получать хорошие результаты. Всем спасибо!